Друзья, всем привет! Просили трансляцию из Днепра, никак не могу найти точку подходящую. Сегодня моросит, ветер сильный, нормального Wi-Fi с открытым доступом найти не удалось. Я пробовал вчера транслировать по 3G в разных местах, точках, в Instagram, на YouTube концерт, и ну не супер качество получалось. Пропадало соединение. Поэтому запишу такой небольшой, сейчас короткий видосик и сразу в сеть. Вот, причем сейчас нахожусь на острове Монастырском, как он теперь называется, по-моему, по-другому раньше назывался. И здесь, видите, водопад Днепропетровский. Но если найти вот так, например, ракурс, да, не видно труб, не видно вот этих фонарей, то вообще кажется, как реально водопад. Вот, по крайней мере, конечно, масштабно, издалека красиво выглядит. Я не думал, что так это будет выглядеть. Сейчас побегу моих догонять по мосту пешеходному. Сегодня в Днепре марафон, перекрыто много улиц, и вот здесь по набережной бегут марафонцы. Видите, такой сильный ветер. Вот, сейчас я побегу на мост догонять. Развиваются, появляется что-то новое, красивое, интересное, современное. Но дальше там мы по острову шли. Там, конечно, многое такое все печальный вид имеет. И, как сейчас принято говорить, совдепи и пахнет. Но все-таки прогресс не остановить. Есть он, вот мост. Бежим. Что самое интересное, за эти 10 лет 3 раза был в Днепре, и 3 раза такая погодка нас то встречает, то провожает. Здесь мост интересный, древний. Смотрите, какой арочный, железнодорожный. И там читали, что он в своем роде там то ли уникальный в Европе. То есть он еще имеет изгиб, поворот при движении составов на самом мосту. Вот, снимаю на телефон, немножко дрожит изображение, прошу прощения. Но все-таки я так быстрее это дело опубликую в сеть. Рыбаки в любую погоду, в любое время года. Они не предают свое увлечение. Всегда верны своим интересам. Тянет к воде. В этом году и мне удалось порыбачить в удовольствие. Бегут марафонцы, встречаем. Ну что ж, мы побежали на обед. Если получится, еще сегодня в Петриковку съездим и в Харьков, на родину. Всем удачи, счастливо, до встречи, оставайтесь с нами, не прощаюсь, пока-пока.